Всем привет, ребятушки! Ну что, поехали? Как обычно, первые тестируем, смотрим. Пробуем выбить нового питомца. У нас открылись хрустальные сундучки. Точнее, хрустальный сундук. Я вот сейчас заберу вот такие вот плюшечки. Новый итем у нас есть. И отсюда я уже показывал. Можно вытащить пасхальное яйцо 2. Возможно, и первое будет. Не знаю, почему так. Четвертые, шестые, питомца и осколками собрать землеройку. Вот так вот. Поехали, попробуем. Попробуем забрать это все. Чик. Ну, тут еще и огника можно словить. Ну, в принципе, относительно неплохо. Такс. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Войди, цветущая и счастливая императорская. Сегодня акций никаких интересных нет. Только пират еще есть. В общем, окей. Поехали сюда. Так, наши подарки. Смотрим, что у нас тут нового интересного есть. Огник. Смотрим, можно собрать, нельзя. 65. Это вообще бред. Это нас развели. О, 40. Отлично. Это мне нравится. Правда, опять же, камней не дали желтых. Тут мы откроем. Недостаточно места на складе. Ужас. Странно, как-то так дают. Так. Давайте пооткрываем. Мне интересно. Мне здесь нужны восьмые эмблемки. На английском сервере у меня там 2500 таких сумок. А здесь это все надо. Ремка, выживание, раскол. Отлично. Один раскол есть. Очень хорошо. Еще одна воодушка. Еще одна воодушка. Ну, в принципе, открыли мы неплохо. 30 штук. Правда, ремочка одна. Но все равно неплохо. Так, ну что, самое интересное. Новые яички. Новый итем наш. Поехали, будем пробовать открывать, ловить питомца. Чик, и сразу же с первой тычки, ребятушки, мы вытаскиваем нового пэта. 30 штук. О, эмблемка, отлично. Вот это очень круто. Эмблемка, это мне нравится. Так, ну дальше у нас герой пошел. Ну, в принципе, неплохие такие итемы. Так, давайте посмотрим, насколько у меня там хватит. Вряд ли у меня хватит, чтобы шестерку поставить. Иллюзорным на 4,5 секунды. Кулдаун 9 секунд. Увеличивает атаку на 95. Надо 81 просвет. Хорошо, это мы затестим. Поехали тестить питомца. Вот он наш кролик. Пасхальный зайчик сбрасывает разукрашенное яйцо на случайный вражеский юнит. Наносит 180% атаки питомца всем юнитам в этой области. Вот это мы сейчас будем тестить. Так, идем сюда. То есть, как видите, он реально донатный. Только с официальных событий можно получить. Давайте так, у нас маны не особо много. Так, поехали, посмотрим. Сразу же и на того в действии, как они выглядят. Я просто унизила.
меня, видите, смотритель здесь активирован. Вы видите это яйцо? Я что-то не вижу. Давайте пойдем на обычную подземку. А, вот оно, яйцо падает. Ну, ага, он и бьет еще и по всей карте. Интересно. Знаете, на ком будет интересно это посмотреть? На Ронине. Сейчас мы на Ронина поставим. На нем будет веселее это все смотреть. Типа новый питомец для битвы гильдии, я вам скажу, очень-очень даже хорош. Сейчас мы на Ронина перейдем просто. Так. В принципе, мне нравится то, что он делает. Чем моих Ронинов. Все, что хочешь, есть. Вот он. Оглушение на 1,2 секунды. И еще и увеличенный урон. Кулдаун 4 секунды. Это нормально. Это очень даже круто, я вам скажу. Поехали. Пристанем на Ронине. Так, стрелок есть у нас. Отлично. Поехали. Посмотрите, кулдаун 4 секунды, это реально обалденно. Так, немножко не туда. Раскачивали эти аккаунты. Ну что могу сказать, питомец реально интересный во многих локациях будет, станет, блин, ну, круто, реально круто. Вот посмотрите урон, это не максимальной прокачки, на максимальной прокачке, я думаю, он будет прикольно выносить. Не знаю, мне нравится. Пишите в комментах, что вы думаете. Единственное, конечно же, минус, ну, как всегда, он донатный. Он реально донатный. Но на битве гильдии он будет очень хорош. Стан еще дополнительно. Это реально круто. Вот яйцо. Ну, надо качать его. Надо на максималку, на 9 скилл. Ну, и Ронина тоже вкачанного нормального. И питомец, соответственно, будет больше наносить. Но даже на таком уровне у него уже есть неплохой потенциал. На PvP локациях тоже очень круто. Стан сразу же по области. Единственное, конечно, надо, чтобы герой ударил. Но 1,2 секунды. Это сейчас на максималке. Надо будет потом глянуть. Это реально очень круто. Посмотрите, по чуть-чуть и добивает. Кулдаун небольшой. Стан тоже плюс. Круто. Что я могу сказать? Браво, IDG, убиваете интересу. Вы без донатов на раз-два. С каждой обновой все больше и больше. Но питомец интересный. Будем тестить его дальше, уже прокачивать. Но я думаю, на английском сервере у меня быстрее качнется. Ну, посмотрите. Прекрасно. То есть результат меня действительно радует.
Вот так вот. Пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.